Привет, это я снова Саша Давыдов, второй выпуск моего метро. Сегодня у нас выпуск вот очень короткий. Как вы помните, я начал очень быстро снимать и просто вот так. Как вы помните, в прошлый раз мы не успели разогнаться, и вот снимаю вторую серию, чтобы мы могли успеть. Так, мы едем вообще. Так, у меня главное зависает. Ладно, давайте проедем две станции. Так, в общем. Вот первая станция. Ва! Мы уже первую станцию проезжаем. Мы так быстро едем. Блин, сегодня мы... Ребят, у меня садится батарейка. Ладно, давайте я сейчас вернусь, вы пока наслаждайтесь, как уедем с огромной скоростью. Так, я сейчас вам экран подвину вообще. Вот, наслаждайтесь. Как вам нравится, как мы едем так с такой огромной скоростью? Видите, я запикала, но... Это не я виноват, Но опять он разряжается, так не в нужный момент. Так, ребят, сейчас я попробую вот так. Вот. Готово. Поставил, ну вот так. Ой, уже! Да! Ой-ой-ой-ой-ой! Вообще. Просто ужас какой-то. Мы едем. Просто никак. Ёпа. А что такое? Так. Просто жесть какая-то. Конечно, мы с рельсы сошли от такой скоростью. Я играл на Мосгоровской линии и узнал, что там, оказывается, крутой поворот, выход из Автозаводской на улицу. И из Коломенской зайти на Автозаводскую. Там крутой поворот. Там с тех такой скоростью можно сойти вообще с рельс. Блин, ну это просто ужас какой-то творится. Да, я так и говорил, что может произойти не любой какой-то плохой момент. Ладно, начну снова, я доеду, попробую ехать с маленькой скоростью. А мы на какой станции остановились, сейчас посмотрим название этой станции и вообще, наверное, вам понравилось. Так быстро, и мы увидимся на станции, на следующий выпуск мы увидим на станции Конногвайская, какая-то, Гвардейская. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.